Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Что-то тяжеленькое находится в пакете. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, больше ничего нет. Сайт GearBest. И это у нас... Насколько я понимаю, это у нас пауэрбанк должен быть, по идее. Да, так и есть. Вес такой увесистый, вообще тяжелый, прямо я бы даже сказал. Этот пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер. Вот здесь сзади написано. 10 тысяч. И у нас здесь еще также идет кабель для зарядки нашей банки. И какая-то инструкция. Вместе со скидками цена довольно-таки неплохая была. Я уже не помню точно сколько. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, можно заходить заказывать. Добрался, кстати, он сюда. И за дней... До 20 дней, в общем, добиралась сюда данная бандероль. Заказ, в принципе, очень быстрый. Ну, качество, я думаю, будет не хуже. Как уже говорил, ссылку приложу в описании, сайт GearBest. На этом все. Всем спасибо, всем пока.